Ребят, всем привет, с вами Андромалик. Сегодня у нас совсем случайные игры. Какие-то платные игры, какие-то новые, какие-то... Вообще ни во что не играл я. Только «Морской бой» играл. Это вот пятая игра сегодня. И в «Геометри Дэш» возможно играл, а возможно и не играл. Так, что делать? Так, персонаж. Что тут выбирать? Не знаю. Ой, у меня икота какая-то. Ребят, простите, буду икать сейчас весь выпуск. Так, что это? Что нажимать? Stereo Madness. Так, попытка первая. Что делать надо? А может как-то два раза прыгать? А, хорошо. Вторая попытка. Так. Ну, музыка прикольная. Мне нравится музыка. Музыка классная. Так. Ой, хорошая музыка. Блин, я ритм не держу. 16% это я игры прошел? Ну, уровня или что такое 16%? Давайте еще раз. Ребята, если что, первый раз на это. Вы там в комментариях поддержите меня, я как бы первый раз играю. Оп. Блин, а как там? Я чуть не врезался в шип в этот. Оп. А я думал, она сложнее на самом деле. Я как-то какой-то уровень был у меня, я помню, очень сложно было. Но это, наверное, второй уровень был, а не первый. Может быть, я проходил первый? Но я музыку эту не помню. Может быть, есть какой-то дэш, геометрии дэш другой? Оп. Это игра на втором месте по платным играм в магазине, если что. Ее очень много покупают. Она стоит 2 доллара. Ну, в рублях сколько там? 150-100 рублей, наверное. Так, что это? О, я прошел? А что это такое? Я боюсь. Не знаю, что ожидать. Знаете, первый раз играю. Лечу по центру, короче, аккуратно. Так, вот здесь уже опасно. Так, опять продолжение, да? Я надеюсь, оттуда начну, да? Ну, типа, я заново не хочу проходить это все. Пожалуйста, только сохранение. Блин, а почему так долго-то проходить эту игру? Я 53% только прошел. Я тут один уровень никогда в жизни не пройду. Посмотрите. Я сейчас чувствую, что ошибку такую. А, тут надо держать палец. Ребята, тут держать палец надо. И тогда легче становится все. Так, ну и не всегда надо держать. Хорошо. Это если надо сразу же прыгать после того, как ты... Ага. Тогда нормально, мне уже нравится. Блин, ну ты привык уже палец держать. Тут, где никогда ошибку не делал, делаешь ошибку. Так, раз, два, три, палец убираю. Все, буду по одному разу нажимать. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Держим. Ну зачем я держал в конце? Я только хуже, вот фишечку узнал, только хуже играешь. Оп. Мне кажется, на компе еще легче играть в эту игру. Там типа мышкой нажимаешь или пробелом. Потому что, ну, на тачскрин нажимаешь, мне кажется, задержка какая-то есть. Не сразу прыгает. Пум-пум-пум-пум. Отпускаем. Так. Так. Держим. Ну, нафига я держал? Ну, давайте, десятая, последняя попытка. Там еще полно сегодня игр, просто показать вам хочется. Хорошая игра, кстати, Geometry Dash. Можно тут как-то музыку поменять? Она мне уже надоела. Ладно, крутая игра, крутая. Но у нас просто игр, смотрите, 8 штук, надо все показать вам. Man's Run, в конце скажу лучшую игру, поэтому пока не могу сказать. Пока что первая игра хорошая, да. Тут какая-то игра, я не знаю, что это такое. Что-то увидел в магазине, решил скачать. Типа рекомендовано мне было. Что за игра, без понятия вообще, что это. Мне кажется, это индийская какая-то игра. Но это мне кажется, по крайней мере. Это, мне кажется, в Индии в такой игра. Ну, типа такая стилистика. Я просто там видел у них как-то в магазине индийские игры. Так, за мной кто-то гонится. Что делать? Прыгать? Что делать? Я нажимаю, ничего не происходит. Так, прыгать, хорошо. Двойной прыжок, хорошо. Двойной прыжок. Давайте быстрее обучение. А, двойной прыжок и держать. Tap and hold. А, во. Медленно падаешь. Double tap and hold. Раз. Два, три. Хорошо. Фрукты собираем и набираем силу.
Так, о чем игра, я так и не понял. Ничего? Ну ладно, смотрим. Миньонов надо избегать. Какие-то миньоны будут. Ну давайте. Где миньоны? Запрыгнул наверх. Брокколи пособирал. Яблочки. Бананчики. Пока врагов нету, можно все собирать, не бояться. Тут так, это перепрыгиваем, желе какое-то. Брокколи. Где враги? Ну, где враги? Я жду врагов. Я уже готов против врагов сражаться. А врагов все нет и нет. Будем медленно лететь, учиться, как нас увлечения обучали. Типа держишь вот так и... Ой, враги, это враги, походу. Слизни какие-то. Мне уже надоело играть, если что. Tap 3 times to recover from... Чего? 3 раза тапнуть, что... если прилип, я так понимаю. У меня здоровье сверху, если что. Я потерял здоровье, сейчас влип куда-то. Было 4, по-моему. Стало 2. За мной... О, 3 здоровья, восстанавливайся здоровье. Все. Я проиграл. Ну так себе игра, ребята. Пока не могу ее рекомендовать. Третья игра, по-моему, платная. Я деньги платил. Она называется Papa Sushi to Go. Типа, суши делать? Что-то такое. Папины суши to go. Так, сохранение, первый слот. За кого будем играть? Давайте за девушку. Clover's Unlucky Day. Несчастливый день у нее какой-то на работе, я так понимаю. Так, давайте играть. Что это такое? День первый. Суши. Так, добро пожаловать. Ребята, вы сейчас заодно будете знать, как делать суши. Давайте запоминать. Значит, мы тут переключаемся. Я что-то похожую игру играл какую-то. Где-то была такая игра. Так, взять заказ. Записываем заказ. Значит, мне надо это. Все, записали заказ. Типа, идем сюда. Берем. Это у нас, наверное, рис, да? Куда мы ее ставим? Сюда? В эту дырочку. Здесь видна температура. Ждем, пока рис готовится. Видите, есть белый рис, есть бурый рис. Два вида риса в игре. Ждем. Так, что дальше, как только за это доедет? Теперь добавляем специальный какой-то соус туда. Теперь ждем, пока он точно будет готов. Ждем. Так, готово. Нажимаем сразу и сюда. О, это специальная машина такая, прикольная, я не знал. Такие они используют, так, чтобы рис делать. Что такое? Что делать надо? А, надо смотреть, что мне надо, да? Мне надо вот это, да? Салмон. Так, теперь нужна какая-то... Что это такое, не знаю. Треугольнички риса, что ли, или что это? А, это крем-чиз. Крем-чиз ролл. Готово. Дальше мы что? Ищем следующий ингредиент. Это что такое? Манго. Манго теперь. Что, двойное будет такое? Switch. Здесь утка нарисована какая-то. Соус утки? Что это? Готово. Теперь режем. А как резать-то? Ага. Как все сложно в этой игре. Надо прицеливаться так. Так. Что еще? Еще я разрезал уже. Так, это что? Налить? Что это вообще такое? Милкшейк, что ли, какой-то? Добавили. Ну да, типа милкшейк, суши. Ну не знаю, я бы суши чай брал. Зеленый какой-нибудь суши. 76 очков. Ну такая вот игра. Ну не особо мне понравилась, честно. Сложная игра очень. То есть если сейчас мне тренировка показывали, что делать. Когда я буду играть в следующий раз, я уже забуду, что тут делать. Ну то же самое. Записываем, что надо. Там то сё. Добавь это, соус такой-то. Типа там молоко с конфетой какой-то. Милк, наверное. В общем, такая вот игра. Дальше Game of Life. Игра жизни. Это типа настольная игра. Есть такая, типа, есть монополия у них, у этой же компании Hasbro. И вот это. Я в монополию играл, а в эту игру нет. А мы попробуем поиграть.
А давай в онлайне поиграем. Давайте быструю версию какую-то. Может тут с кем-то поиграть? Нет, что-то она не работает. Я, наверное, интернет вырубил или что? Почему она не работает? А, ну да, интернета нет. Давайте тогда обычный режим. Поиграю сам с собой, так сказать. Local. Accept. Быстрый режим какой-нибудь, то есть классический. Добавим компьютера, да? Я буду и компьютер будет, да? Все, хватит нам. Вдвоем играем. Значит, вот, вот карта. И будем кубики кидать, и что-то там будем как-то ходить пошагово. Я так понимаю. А, не кубики, здесь крутится штука какая-то. Типа как в казино. Я единичку выбил и выбил шестерочку. Второй игрок стартует, потому что у него шестерка, у меня единица. Так, мы вначале крутили, кто первый стартует, кто ходит первый. Ну, что дальше? Выбираем путь. Это он выбирает. Карьера, это мне досталось, да? Выбираем две карты. Трюкач. Зарплата 30 тысяч долларов. Я, короче, этот... Каскадер. Каскадер по-нашему. Станкмен. Каскадер, но на автомобиле. Это тоже каскадер. Так, он собрал какие-то денежки, поехал. Противник. Компьютер. Далеко уехал. Это его ход. Я ничего не делаю, по сути. Я просто смотрю. Теперь мой ход. Я теперь кручу. Колледж. 100 тысяч. Это стоимость колледжа, наверное. Это мы платим 100 тысяч. Мы взяли залог в банке. 100 тысяч долларов. Чтобы деньги заплатить за колледж. Дорогой какой-то колледж, 100 тысяч. Ну, это так просто. Как бы. Это нереальные цифры, конечно. Но есть колледжи и подороже, конечно. Так, крутим. Восьмерочка выпала. Восьмерочка. Это я уже, я так понимаю, или нет? Не, подождите, это компьютер ходит. Это не я. Ну, такая вот игра, я даже не понимаю, что тут происходит. В домик какой-то вошел, а что дальше? Дзинь-дзинь, колокол. Что там, свадьба, что ли? А, свадьба, все понятно. Выпала свадьба у нас. У него, вернее. У меня ничего не выпало. Крутит он дальше почему-то. Это не я кручу, это он. Собирает денежки. У него вообще все хорошо. 290 тысяч денег. Свадьбу уже сыграл. А у меня ничего нет. У меня какой-то портфель, рюкзак. Рабочий. Я каскадером работаю. Они дальше едут куда-то. Мини-игры какие-то. Будет мини-игра, я так понимаю, да? Давай играть. Что за мини-игра? Или нет? Это потом будет. А вот мини-игра, да? Что делать? Ехала машина какая-то. Два человечка. Мой и его. Я красный, наверное. Собираем денежки с машинки. Кто больше соберет, тот и побеждает, да? В этом мини-игра. Есть какие-то купюры дорогие, есть какие-то так себе, там, по единичке, там, ерунда. Игра так себе, я засыпаю. Ой. Давайте вот «Морской бой» поиграю. «Морской бой» мне сильно нравился. То есть игра... Ну, просто всегда играл. Мне нравился «Морской бой». Я всегда там по-хитрому все корабли ставил, я помню. Так, играем. Один игрок. Не надо мне два игрока. На интернете хочу включить. Классическая игра, без всякой ерунды. 10 на 10.
Выбираем просто, как выглядит это все. Игра, кстати, платная, все равно закрыто все. Типа за денежки. Вот везде хотят заработать. За игру уже заплатила, мне все равно говорят. Так, выбираем, за кого играем. Ну, этот чувак криповый, конечно. Давайте за него, ладно. Я синими играю. Сложность давайте легкую. Что я давно не играл, не знаю. Так, что это? Что это? А, расставляю. А что так мало у меня? А что так мало дается? Так, мне так не нравится. Так, вот более-менее, да? А что так мало кораблей получается? Всего 5? Я думаю, побольше. Я думаю, маленькие еще бывают. Так, монетка, кто играет первый, да? Кто ходит первый? Ход противника. Ну, давай, стреляй. Хорошо. Теперь мой ход. Давайте, я, знаете, как играл? Я вот по диагонали, помню, простреливался. Давайте так и начнем. У меня была стратегия такая всегда. Я вот просто не наугад, как некоторые играют, да, а вот просто по диагонали иду. Видите, ничего нет. Пока мимо. И так вот целую диагональ сделаю сейчас. Ой-ой-ой, уже попал, по-моему. Если один из попадает, второй выстрел дается. Второй, третий, и он еще сверх. А вверх промазал, хорошо. Но у него пока хорошо все пошло. У меня не очень. Ну, повезло ему что. Так, подстрелил. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут и графика такая, типа. Так. Но здесь в этой игре нет такого, что корабль, когда потонул, вокруг него, типа, нельзя другие корабли ставить. Типа, все вокруг прострелено становится. Но здесь, видите, корабли могут близко быть, вплотную. Поэтому тут... Разные бывают правила в морском бое. Я помню, другой морской бой у меня был. У меня было сразу, как только подбил корабль, это очень плохо было. Вокруг все было прострелено, очень хороший старт был бы у него. А так он один потопил, ничего страшного. Все нормально. Он случайно просто стреляет. У меня пока ни одного корабля нет. Видите, сколько я прострелил? Ни одного корабля нет. Мне кажется, сейчас второй начнет уже простреливать. Ты, как же он корабли поставил? Я уже до конца дойду, я уже диагональ докончу, потом другую диагональ начну. Раз я такую стратегию вам решил, показать, сколько у него 2-3, вот сколько кораблей. Двухпалубный, 2 трехпалубных, 1 четырехпалубный, 1 пятипалубный, вот тут можно смотреть. Но там реально можно, наверное, поставить, что больше кораблей будет. И маленькие будут, одиночные, и больше двухклеточных кораблей таких. Так, теперь идем вот, вот так идем. Никуда я пока не попал. Вообще никуда. Но он... Ой, он второй его уже подбил. Но он не знает куда. И сразу наверх пошел, сразу угадал. Ай-яй-яй. А, вниз решил. Неправильно. А мог же вправо-влево стрелять? Он почему-то сразу вверх. Как-то угадывает это направление. Не понял. А, он думал, 2 разных корабля. Вот что. Он не посчитал, что это 1 корабль. Он думает, это 2 разных. Он теперь догадался. Все, у меня уже -2, я ни одного его не прострелил. Моя стратегия не работает. О, еще один, третий. О, не угадал хоть. Блин, сколько у него выстрелов уже. Ну, попади ты куда-нибудь. Я иду по своей дороге. Во. Диагональ. Это не лучшая стратегия, я знаю. Но я просто уже начал по этой стратегии. Буду играть. Что такого, ребята? Не осуждайте меня. Мне нравится вот так по диагонали до конца дойти. Ну, должен же быть 1 корабль хотя бы. Ну, как так? Если бы он по мне по диагонали пошел, он столько кораблей потопил бы. А где его корабли, я не понимаю. Давайте смотреть. Даже интересно стало, как он расставил их. Что я ни разу не попал. Ну, я не попал. У него же большой корабль где-то есть. Уже -3, у меня 2 осталось. Я уже тут проигрываю, вообще жесть как. Но я могу сейчас 1, 2, 3 все подряд. О, пошел, пошел. Так, надо угадать вправо, влево, вниз. Давайте вниз. Нет. Давайте сразу вверх, наверное. Чтобы проверить, вертикально он стоит или нет. Попал. Все, еще 1 выстрел у меня будет. Хорошо, хорошо. Значит, давайте сюда. О, попал. Теперь только понять, вверх или вниз. Вверх. Нет, ну не вниз, влево. Ай-яй-яй. Все нормально. Близко он к моему. 2 раза. Но это не может двойным быть. Это только двойной 1. Тройной? Да, тройной был. Хорошо, видите, я двоил быстро.
Теперь надо как-то искать большой. Большой, типа, через одну стрелять. Вот здесь начать. Музыка еще такая. Мне еще YouTube потом скажет копирайт за эту музыку. Типа, извини, вырезай музыку, никаких деньжат тебе не будет. Вы себе все заберете. Так, ну давайте. Сюда. Опа! Попал. Так, теперь думаем вверх-вниз. Давайте вверх. Попал. Это трехпалубный или четырехпалубный? Попал. Четырех. Хорошо. Видите, все, вначале было все очень плохо. А сейчас все более-менее. Самое главное, что это маленький потопил. Тройной. Сейчас остались тройной и большой, самый длинный. Ну, длинный можно проверить, например... Ну, вот здесь он может быть, да? Нет, все, здесь нету, только четвертый максимум. Я сейчас буду большой искать. Буду простреливать большой длинностью. Его легко простреливать, потому что у него мало где он может быть. Здесь он может быть, вот. Но это он, если он, то вверх. Так, теперь вопрос, до какого момента он? Так. Мимо. Ну, это, а может это четверной даже лучше, если четверной я выиграл уже практически. Я четверной сейчас убью? Или там тройной только осталось? А, тройной, все, тогда это пятерной, все. Пятерной. Все, ищем, короче, тройной, я выиграл. Но, блин, его можно искать всю игру сейчас. Ну, я знаю, что это тройной, поэтому будем вот так вот, знаете. А, не-не-не, подождите, это тройной, я неправильно стреляю. Надо через две стрелять, что я делаю? Подождите. Ну, давайте здесь, например, тройной может быть, значит, сюда стреляем. Нету его же здесь. Сейчас я его быстро вычислю. Компьютер случайно стреляет, а я вычисляю чисто. Хорошо, нету. Так. Сюда давай. Здесь может быть. Нету. Последнего здесь еще пробью. Проверю его. И именно смотрите, как надо бить. Вот сюда, вот в эту, что сразу и сюда тройного не может быть. Все, здесь мы закрыли вопрос. Тройного нету. Музыка хорошая, мне нравится. Давайте сюда. Нету. Хорошо. Осталось не так много. Вот я знаю, куда дальше. Вот сюда. Нету. Еще сверху вот туда поставлю. Расстреливаю. Давай. Хочу победить. Вот сюда. Так, нету. Все, здесь закрыли мы. Вот эту часть закрыли. Осталась только верхняя часть. Где-то там. Где-то это, мне кажется, в самом верху вот здесь он стоит. Это много места здесь просто. Сразу, знаете, как простреливать сюда сразу. Сейчас он мой прострелит. И как он не попал? Он столько... Так, сюда. Бах, нету. Сейчас, если попадаю, я выиграл сразу. Опа, все. Так. Так, вот так, я думаю. Нет, значит, вертикально. Хорошо. Нет, ну все, я теперь вижу, как он стоит. Только если он сразу два корабля убьет вот сейчас, тогда мог проиграть я только. Все. Бах. Бах. Все. Там. Та-дам. Там. Победа. Вот такая вот игра. Дальше у нас игра, которая требует интернет-соединения. Только вот буквально недавно, я так понял, вышла. Это «Властелин колец». Она прям была в магазине. Типа новый релиз. Что-то такое было написано. Это тут написано 20-й год. Но это 20-й год, наверное, «Властелин колец». Либо, не знаю, почему был новый релиз. Но я не видел в магазине. Вначале были кольца. Да-да-да, мы это все знаем. Давайте играть. За Рохана, за Гондора. За кого будем играть? Давайте за Гондора. Не хочу за Рохана. Хочу за Гондора. Что это вообще за игра, я без понятия. Но это китайская мегакорпорация владеет, ну, правами на эту игру. Поэтому тут очень много денег, наверное. Игра такая глобальная должна быть. Прям с большим донатом, как мы любим, так сказать. Your ring. What does it look like? Можно пропустить. What metal is it made from? Золото, железо, серебро. Но мне, если честно, серебро больше нравится.
Ну, давайте зеленый. Эмераль. Да-да-да, что-то написано внутри. Вы выбрали свою судьбу. You are awake. Excellent. It seems you were dreaming. Гэндальф у нас тут. Что надо делать? Get back, servants of evil. Стратегия какая-то, да? Ну, знакомый уже интерфейс. У них, по-моему, другая игра с таким интерфейсом есть. О, какие битвы тут. Ассасин, Визард, волшебник против убийцы, ассасина. Все, тут ничего делать, походу, нельзя. Просто битва какая-то идет. Что происходит, где наши, где не наши? А ну там драконы какие-то. Не, птицы наши. Я не знаю, кого мы там убиваем. Что происходит, вообще непонятно. Игра начинается, ни тренировки, ничего. Чисто смотрим какую-то битву. Кого мы там убиваем так долго? Вроде никого не осталось. Победа. This is where you can see your ring enhancements. You can use ring power to enhance your ring. Enhance your ring. Что за кнопочка? Первый уровень. You have just received a ring point, and now you can spend it to unlock this ring enhancement. Что это такое? Ой, что-то игра мне не нравится. Не знаю, вот это все сложно, сложно. Запоминает это все. Интерфейс какой-то. Ну вот китайцы в это играют, короче, ребята, чтобы вы знали. Это для китайцев, наверное, сделано игра изначально. Ну, они любят стратегии, наверное. Я тоже люблю стратегии, но, блин, ну тут совсем уж заморочено. Открыты какие-то, тут видно донатик уже надо вставлять. Ой, ладно, давайте дальше. Не нравятся мне такие игры. Динозавр парк, парк динозавров, короче. Кому нравятся динозавры? Ну-ка, поставьте лайк, пожалуйста, или комментарий. Для кого вот эти игры делаются? Для вас? Динозавры тут совсем няшные какие-то. Начать игру? Я интернет вырубал, тут может понадобиться. О, разморозили динозавров, поселили их и разводят. Вот такая у нас, такой сюжет. Пропускаем все эти бла-бла-бла. Давайте смотреть, какой геймплей тут. Выбираем, где будет жить. Можно передвинуть его, да? Ну, пусть здесь будет жить. Почистить можно, смотреть. Чистим, чистим. Все, чистенько. Голодный, наверное. Но тут передвинуть надо как-то. О, тут тоже почистить. И здесь. Ура! Хорошо, что дальше? Кормить учат. Нажимаем. Бесплатная кормежка. Во! Покормили. Смотрите, как можно приближать вообще в этой игре. Все видно. Вот так вот так приблизишь, все видно. И здесь. Окей. Ну, не знаю. Больше не хочу играть. Что вообще, как эта игра? Брах. Я вроде все сделал, там дальше делать нечего. Ни подсказок, ничего нету. Как-то, ну, не знаю, няшная слишком игра. Не люблю прям такие няшные игры. Я люблю мультяшные, типа World of Warcraft графика, да, там такая. Но тут прям динозавры няшные какие-то. Мне не хочется даже их разводить там. Так, новая игра какая-то тоже. Вот эта недавно вышла. Ну, видно, графика свеженькая. Видите, как все прорисовано. Типа, разбились они на самолете и попали на необитаемый остров, как я понял. Надо тут выживать.
Ну, посмотрим, что за игра. Ну, что-то мне кажется, эту фирму, ну, игры от этой фирмы я уже играл. Просто интерфейс знакомый мне. Так, тренировочка, значит, камень. Убираем камень. Что дальше? Спасаем женщину с дерева. Так, собираем ягоды. Пока скучноватое начало. Скучноватое. Скучновато. Что тут дальше-то? Нажимаем сюда. Использовать камень. Построить. Ой, теперь это дом с самолета у нас. Круто. Каменный нож открыли. О, нет, это лук и какой-то типа пожаренный этот попкорн. А вернее, не попкорн, а кукуруза пожаренная. Так, тут готовим что-то. Гриль сделали мы. Откуда мы сделали гриль? Тут железо нужно какое-то. Откуда гриль мы сделали, непонятно. Ну ладно. Ну так себе. Вроде игра и выглядит прикольно, но я представляю, что это просто какая-то донатная фигня, в которой, типа, гипнотизирует многих людей, да? И многие играют в это вечно. Лишь бы вот... некоторые люди скачали игру, да? Неважно какая, вот по рекламе. И какая бы она ни была, они в нее играют, пока она там не надоест. И донатят и прочее. Поэтому для многих... игр самое главное, это чтобы кликнули на рекламу и скачали игру, а дальше, если люди там гипнотизируются каким-то образом, они не могут слезть с иглы этой, так сказать, зависимости. И постоянно приносят деньги в игру, а? И разработчики просто обновляют ее, там что-то новое добавляют. О, покушали мы. Приготовили мы кукурузу жареную, и покушали, и все довольны. В общем, такая вот игра. Не знаю, ничем она мне не нравится, таких игр миллион. Ну, выглядит просто графика так свежо, но мне стилистика не нравится. Вот бывают такие игры, на них смотришь, хочется играть, даже если понимаешь, что тут донат. Типа как игра, как она там, Heyday или как там, не Heyday, а вторая игра, которая мне нравится. Town или что-то там, как она называется? Heyday это фигня, это не то, что... Heyday тоже красиво выглядит, но там донат жесткий, там невозможно играть. Идея чем-то интересна, но там прям за 10 минут сразу донаты просят практически. Там поиграть не дают даже, просто так, все удовольствие. Сразу донат жесткий. Ну, там мне нравится, да. тут так себе. Не то, не мое это, ребята. Кому нравится, вы играете, ребят, но я не рекомендую. В общем, сегодня из всех игр мне реально понравилась игра про морской бой. Классная игра. И мне понравилась игра Geometry Dash, самая первая. Вот эти две игры рекомендую, можете скачать, но они платные. Если у вас Android, конечно, вы можете там бесплатно скачать, вы знаете как. А вот у меня iOS, я тут все платно, все официально покупаю, никаких взломок у меня нету. Поэтому, ну, хорошие игры, рекомендую. На следующий ролик у нас будет, значит, Ice Cream 5, вот она, пятая часть. Будем смотреть, и потом все остальные. Все это будет. Мороженщик ждет следующая серия. Нравится Мороженщик, подписывайся, ставь лайк. Жми колокольчик и жди следующего выпуска. Обязательно выйдет, и мы поиграем. Потом у нас будут вот такие игры. Сразу же на выпуск вперед, даже через выпуск показываю, что будет. Так что смотрите. Для тех, кто досмотрит до конца, всегда все показываю. До новых встреч. С вами был Андромалик. Секретное слово этого выпуска – мороженщик. Пишите его в комментариях. Я буду знать, что вы досмотрели до конца. Все, всем пока. Всем хорошего настроения. Желаю здоровья и побольше хороших, классных игр. Всем пока. Увидимся.